8 марта близко-близко, но, как всегда, я не готов сказать сейчас бы по-английски, но и по-русски нет слов. В тот день Ильич у Клары Цеткин до самой ночи загостил. Прилег на Кларину кушетку, остаться на ночь он решил. Володю Клара накачала, спиртное Вовочек любил, и взгляды томные кидала, себя держа, что было сил. Проси, что хочешь, друг облезлый, сейчас я все тебе отдам. Но Вальдемар хоть и не трезвый, а был умен. Не погадал, я восхищен тобою, Клара. Об этом в жизни не мечтал. Так дай мне, Клара, без базара, вот эту книгу «Капитал». Бери, и Цеткин удивилась. Маркс ночевал, я позабыл. Походкой гордой удалилась, решив, какой же он дебил. В мужчинах Кларе нету фарта, Ильич уехал в Петербург и провела 8 марта в постели с Розой Люксембург. Тот день пометила в квадратик, 8 марта день тот был, что был у ней в гостях фанатик, ее не удовлетворил.